Люди с буквой «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Люди с этим именем отличаются способностью тонко чувствовать прекрасное. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо «все или ничего» свойственны для этого имени. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Звук «Г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Владельцы этого имени честолюбивы, активны, редко удовлетворены своим подчиненным положением, стремятся к власти и влиянию. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Люди с этим именем симпатичны, веселые и обаятельные. Они всеми любимы, очаровывают всех своим личностным обаянием. Также они наделены легкостью выражения чувств, блестящего ума и дара убеждения. Чрезмерные гордыни носители имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Романтики по натуре, они длительные время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Звук «Г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.